Время новостей на АСТ. В студии Наталья Ветрова. Здравствуйте. И коротко о главных темах. Ежедневный мониторинг рек. Вода поднимается в водоемах на севере области. Там дежурят спасательные группы. А в Слюдянском районе, чтобы избежать паводков, начнут расчистку русел рек. Магнитная буря вновь накрыла землю. На солнце произошла сильнейшая вспышка. Такой силы их не было с 22 февраля. В ожидании чуда 5 мая православные христиане отметят Пасху. Как идет подготовка в городе, где и какие готовят куличи, мы подготовили для вас большой репортаж. Не пропустите. Повышение уровня воды до отметки 854 сантиметра зафиксировали на реке Лени в районе села Петропавловское в Киренском районе. Там же отмечается затор льда. Из-за этого в районе упраздненного села Сполошино возможен выход воды на пониженные участки местности. Оперативная группа главного управления МЧС по Иркутской области организовала непрерывный мониторинг паводковой обстановки, провели информирование населения. При необходимости там оказывают адресную помощь гражданам. На случай ухудшения обстановки подготовили пункты временного размещения. Тем временем более 17 километров русел рек в Иркутской области расчистят за счет федеральных средств. На все работы выделят более 64 миллионов рублей. Об этом на очередном заседании КЧС заявил губернатор Игорь Кобзев. Глава региона отметил, для руководства Приангарья приоритетная задача выполнить работы в Слюдянском районе. По результатам недавней поездки в населенный пункт создали рабочую группу. Кроме того, в прошлом году Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области разработало проект расчистки русла рек Солзан от моста Доброй Надежды до устья в Байкальске. Также проведут работы около рек Бабха, Краснуха, Лочно, Култучная, Медлянка, Тиганчиха, Быстрая, Слюдянка, Пахабиха, Шимовка и Безымянка. Сегодня детально проработаем сопутствующие вопросы по восстановлению сельскохозяйственной инфраструктуры и обеспечению безопасности населения на территории Слюдянского района. Как мы и договорились, Георгий Георгиевич, вы возглавляете это направление. Там единственное, мы внесем корректировки, но они будут четко зафиксированы всеми должностными лицами, кто какое направление будет координировать. К другим темам. Проезд по площади перед зданием правительства в Иркутске будет перекрыт 3, 5 и 7 мая. Там пройдут репетиции торжественного прохождения подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского территориального гарнизона в честь Дня Победы. В генеральной репетиции 7 мая примет участие механизированная колонна. 3 мая движение автомобилей будет закрыто с 18 часов до 21 часа, 5 мая с 17 часов до 22, а с 7 мая с 17 также до 22 часов. Изменится и схема движения общественного транспорта. Рев мотора, развивающиеся на ветру флаги и люди, заряженные на долгий путь. Эхо войны. Под таким гордым названием участники патриотического автопробега сегодня отправились прямиком в Усть-Ордынский Бурятский округ. На месте старта присутствовала и наша съемочная группа. Элина Собенникова далее. Автопробег «Эхо войны» стартовал сегодня в Иркутске в рамках патриотической акции к 9 мая. Этот заезд юбилейный, проходит уже пятый год. Его главная цель – почтить память героев страны, ковавших победу нечеловеческими усилиями. Перед отправлением прошел торжественный митинг у Вечного огня. На нем были почетные гости, представители правительства региона и законодательного собрания области, а также волонтерские организации. Мы с вами прекрасно знаем, что та память, которую мы храним, она позволяет нам быть лучше, быть выше. И, конечно же, та эстафета, которая сегодня принимается из рук наших героев, она возлагает на нас с вами огромную ответственность, величайшую ответственность за судьбу нашей отчизны, за судьбу нашей Родины, за судьбу всех поколений, которые идут за нами. Все они возложили цветы к мемориалу. Организаторы акции убеждены, что с каждым годом она будет привлекать все больше неравнодушных людей. Ведь главное – помнить. И мы поддерживаем Союз женщин России, вот эту добрую, светлую традицию. И считаем, что матери России сегодня должны ее постоянно проводить, объединяя вот все здоровые силы. И с нами вместе не только советы женщин, вы видите, советы отцов, наши многочисленные партнеры, коллеги, друзья. В завершении торжества колонна машин тронулась в путь с главной площади Иркутска. Пункт назначения – поселок Усть-Ордынский. Там тоже пройдет митинг и патриотические мероприятия, а после участники вернутся обратно домой. Элина Собенникова, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.
В здании правительства Иркутской области открыли выставку «Сибирская военная летопись». Она посвящена нашим землякам, участникам боевых действий. Материалы насчитывают сведения о 353 героях региона. Из них 296 сражались за победу в Великой Отечественной войне. 37 человек были задействованы в СВО, а остальные 20 в афганской и чеченской военной кампании. Сама экспозиция – часть крупного патриотического проекта на всю оставшуюся жизнь. Организаторы – Иркутский областной краеведческий музей. Научные сотрудники также подготовили фильм, приуроченный к выставке. Этот фильм, он сопровождает выставку в тех территориях, где мы ее показываем. Фильм снят на основе интервью участников событий, участников СВО, которые рассказывают вот, о том, что видели, как они это все понимают и так далее. Он небольшой, порядка 20 минут, но воспринимается очень так современно, по-живому. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов во время празднования Дня Победы будет действовать в Иркутске. Он вступит в силу с 18 часов 7 мая до 18 часов 10 мая. В местах проведения массовых мероприятий организуют работу контрольно-пропускных пунктов, где полицейские будут проводить досмотр граждан. В администрации Иркутска отмечают, что эти меры важны для обеспечения безопасности. 3 года и 2 месяца проведет в исправительной колонии строгого режима житель Ангарска. Он сбросил щенка с 4-го этажа. После экспертизы выяснилось, что подозреваемый, будучи пьяным, сначала избил собаку, а после скинул ее с высоты дома. Щенок получил смертельные травмы. Суд признал мужчину виновным по статье «Жестокое обращение с животным». С учетом мнения государственного обвинителя, 30-летнего жителя Ангарска приговорили к лишению свободы сроком на 3 года 2 месяца. В пользу потерпевшей с подсудимого взысканы 50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. И теперь главное к этому часу. Объемы выдачи ипотечных кредитов в России существенно сократились в марте этого года на фоне ужесточения мер Центробанка по охлаждению рынка недвижимости. Об этом пишут «Известия». Согласно данным Объединенного кредитного бюро, за прошлый месяц россияне оформили всего 126 тысяч жилищных займов на сумму 500 миллиардов рублей. Это на треть меньше, чем в марте прошлого года. Одним из ключевых факторов снижения объемов кредитования стало повышение ключевой ставки, которая сейчас составляет 16%. Тем временем более 6 тысяч кредитов по программе «Сельская ипотека» выдано в стране с начала года на сумму более 55 миллиардов рублей. Это в 1,5 раза превышает результат первых 4 месяцев прошлого года, сообщили в Минсельхозе. По данным ведомства, совокупно ипотечными кредитами уже воспользовались около 140 тысяч семей. В Иркутской области, по информации Иркутстата, наблюдается снижение стоимости куриных яиц. Средняя цена десятка куриных яиц в регионе составила 124 рубля 12 копеек. С января продукт подешевел на 8 рублей 60 копеек. В хозяйствах Иркутской области за период с января по март этого года произвели более 245 миллионов штук куриных яиц. Продолжаем выпуск. Отопительный сезон в Иркутске планируют завершить 13 мая. Такое решение принято в связи с установлением устойчивой температуры воздуха, когда среднесуточные показатели наружного воздуха держатся выше отметки плюс 8 градусов в течение 5 суток. Но стоит отметить, что завершение отопительного периода может быть оперативно изменен с учетом текущих погодных условий. С 13 мая профильные организации переведут тепловые сети и пункты на летний режим работы. Отключать отопление начнут жилых домов. В последнюю очередь прекратят обогрев социальных объектов, детских садов, школ, учреждений. День здравоохранения. В атмосфере Земли произошла 3-я по силе магнитная буря за год. Она вызвана новой вспышкой высшего балла, которая произошла на Солнце. Риск движения облаков плазмы в сторону Земли, по предварительным данным, исключительно высокий. Этой ночью можно будет наблюдать полярные сияния на широтах Москвы и Петербурга. Событий такой мощности не было с 22 февраля. 80 лет назад Крым освободили от немецких захватчиков. Эта дата символично вписывается в настоящую реальность. 10 лет назад полуостров вернулся в родную гавань. Сотрудники Государственного архива познакомили нас с девушкой-танкисткой, сибирячкой, которая боролась за победу в Крыму и верила, что вернется домой. Подробнее в сюжете Дарья Пастушенко. Раскопки прошлого иногда приносят неожиданные находки. Сотрудники архива обнаружили газетную статью о том, как советские войска освобождали важнейшую стратегическую точку страны – Крым. Уроженцы Иркутской области не остались в стороне. Жемчужиной архива стала Валентина Бархатова. Она получила редкую для девушки военную специальность – танкист. И встала наравне с мужчинами в строй. Валентина Бархатова родилась на станции Мальта, тогда еще Иркутской губернии, а затем с семьей переехала в Омскую область.
Именно оттуда Валентина была призвана на фронт. Она очень долго этого добивалась, потому что братья, ее старшие братья уже были на фронте, а ее все никак не брали. Но затем ее просьба была удовлетворена. Позже девушка была ранена, и ей пришлось овладеть новой специальностью – стать радистом танка. Последним боем в Бали был штурм Севастополя. Вражеская авиация заметила советскую танковую бригаду. Авиабомба попала прямо под танк. Танк разорвало на части вместе с экипажем. Среди членов экипажа была и Валя. Валентина Бархатова погибла 9 мая 1944 года, когда 101-я танковая бригада двигалась на штурм Севастополя. Девушка писала письма с фронта, как и все, мечтала вернуться домой. Сибирячка верила в победу, строила планы, но все они так и остались на этих пожелтевших от времени листах бумаги. Здравствуй, мама и Павлуша. Вот я добралась до второго дома. 2 дня можно было дома прошататься. Нашла быстро, хоть и совсем в другой стороне. В этом все удивляются, мне неимоверно повезло. Хорошо встретились с друзьями-радистами. Мишей, Сашей, Степой. Все наши друзья. А потом побежала к комбригу. Угостили с приездом и вечером немного посидели и поговорили о доме. Время сейчас горячее, не до разговоров. Теперь может бой разлучить навсегда. Живы будем после операции и на отдыхе решим, жениться нам или нет. Мама, я снова готовлюсь к боям. Скоро-скоро услышите. Я с ними. Летим к Перекопу. Пиши. Письмо это отправляю 20 марта. Холодно, снег выпал. Сиваш, будем переправляться туда, где Костя. Поняли? Ваша Валёк. Женщины в Великой Отечественной войне сыграли важнейшую роль. Слабый пол оказался вовсе не слабым. Они не только работали в тылу, но и массово участвовали в составе действующей армии. Совершали подвиги плечом к плечу с мужчинами. Все они навеки остались в истории нашей страны и в нашей памяти героями. Дарья Пастушенко, Константин Синицын. Новости сейчас. Пасха – третий по важности праздник для россиян после Дня Победы и Нового года. 3 из 10 наших сограждан относятся к Пасхе как к культурно-исторической традиции предков, почти четверть – как к семейной традиции, а 13% – как к формальной. Такие данные следуют из опросов ЦИОМ. Пасху или Светлое Христово Воскресенье мы будем отмечать 5 мая. Как будут отмечать ее, где и какие готовят куличи в городе, узнавала моя коллега Малина Мартынова. Последние дни Великого Поста православные верующие с трепетом и старанием готовятся к наступлению Пасхи. Проводят генеральную уборку дома, готовят куличи и красят яйца. Знатоки кондитерского искусства уверяют, что выпекать пасхальные куличи – занятие не из легких. Самое главное здесь – проверенный рецепт. Приготовление куличей – очень длительный процесс. То есть сутки они после выпечки должны остыть, потом, соответственно, пропитать, потом мы должны украсить. Рецепт кулича, он составлялся из 3, и поэтому здесь подбирались ингредиенты именно с этим учетом, то есть чтобы наш кулич был самый вкусный. В просфорной Знаменского женского монастыря куличи выпекают 2-й год. Здесь скромно говорят, что пока они производят пробные варианты. Самый лучший идеальный рецепт, по их словам, еще создается. И с каждым разом куличи получаются вкуснее и пышнее. По сравнению с прошлым годом, мы это увеличили буквально в 3 раза. Прошлый год мы только где-то 150 куличей испекли. Но в этом году мы побольше, даже вот я говорю, в 3 раза увеличили объем. Пытаемся выйти еще повыше, но это уже, надеюсь, что в следующем году будет. Как говорят работники просфорной Знаменского женского монастыря, кроме соблюдения пошаговой инструкции рецепта приготовления куличей, важно еще делать их с молитвой и Божьим благословением. Неделя перед Светлым Христовым Воскресением называется Страстной Седмицей, а все ее дни – великими. В этот период в храмах проходят особые службы. Эти дни мы вспоминаем последние дни и часы земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Таким образом, вот особо значимые дни – это Великий Четверток, Великий Пяток, Великая Суббота. Безусловно, в эти дни очень важно для православных христиан бывать на богослужении.
То есть, потому что мы вот символически и молитвенно вспоминаем эти минуты, можно сказать, уже последние, связанные вот со страстями Господа. Накануне Светлого Христова Воскресения, Великую Субботу, 4 мая, Православная Церковь будет вспоминать сошествие Христа в Преисподнюю. После утренней службы в храмах начнут освящать куличи, яйца и другую пасхальную снеть. А ближе к полуночи все верующие с церковнослужителями смогут принять участие в крестном ходе, который завершится пасхальной заутренней уже в воскресенье. А еще в этом году в Иркутске 5 мая откроется первый Байкальский пасхальный фестиваль. Хотелось бы пригласить всех православных верующих на пасхальную вечерню, которая состоится в нашем храме в 15:00 5 мая, после которой пройдет общегородской пасхальный крестный ход от собора Богоявления к памятнику Александра III, после чего будет состоится открытие пасхального Байкальского фестиваля. Будем рады вас видеть на этом крестном ходе. Возглавит крестный ход митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. В 16:30 на площади у памятника императору Александру III на сцене состоится большой пасхальный концерт. Иркутяне смогут увидеть выступления известных областных творческих коллективов и исполнителей, деятелей культуры. Завершится праздник вечером в 18:00. Малина Мартынова, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. И теперь о спорте. Роман Адамов покинул состав мини-футбольного клуба «Ирайра». Об этом пресс-служба команды сообщила в социальных сетях. Решение приняли по обоюдному согласию сторон после обидного поражения в первом полуфинальном матче высшей лиги. Иркутяне принимали факел из Сургута, и уже после первого тайма гости сняли вопрос о победителе. Александр Гаврилов продолжит. Активное начало матча, первый гол забивают хозяева. Капитан «Ирайра» Владимир Усов после элегантного паса пяткой от Кирилла Старостина открывает счет. Гостям, приехавшим в Иркутск в статусе фаворитов, это явно не понравилось. И вот к перерыву на табло 5-2. И не в пользу летчиков. Голы мы пропустили все практически с трехметровой зоны. То есть там подставили, там не добежали. Ну, не обязательные голы, как говорится. Ну, естественно, я мог и там подвыручить, но постарался как мог, но, к сожалению, не все вышло, как хотелось. Отыграть целых три мяча в мини-футболе возможно, но очень сложно, когда соперник – сыгранная команда, а тренер у руля уже более 10 лет. Факел продолжил распространять свое пламя, потушить его у «Ирайра» не получилось. В ворота иркутян залетели 9 мячей. Гости реализовали почти все свои моменты. Хочу поблагодарить всех ребят за самоотдачу, за самоотверженность, которую мы сегодня устроили на площадке. Навязывали прессинг активный команде хозяев. Получилось, да, где-то моменты у нас были, мы реализовывали, сели на фолы, пришлось опускать команду до середины, чтобы не заработать шестой фол, молодцы, вытерпели. Задание на второй тайм было, ну, постараться убить больше времени, чтобы оно быстрее закончилось, потому что счет был, в принципе, комфортный для нас. Свои голы забивали иркутяне. Во втором тайме отличился бразилец Алекс, а один из голов команды из Сургута забила в свои ворота. Вот только радости подопечным Ивана Егорова это не прибавило, как и поклонникам «Ирайра». Итог 9-4. Во-первых, самое первое, что хочется, это извиниться перед болельщиками, что так играть нельзя. Это в первую очередь моя вина. Видимо, где-то не достучался до ребят, где-то не объяснил. Не хотелось бы, чтобы люди за 3 минуты покидали этот зал, чтобы такого не было. Я их понимаю, поэтому за всю команду извиняюсь. Взять реванш за такую пощечину иркутяне попробуют уже сегодня. Серия игр продлится до 3 побед. Пока впереди «Факел» 1-0. А сегодня стало известно, что команда попрощалась с одним из лучших бомбардиров, нападающим Романом Адамовым. Решение расстаться приняли обоюдно. Без Адамова команда уже провела первую встречу. Второй матч сегодня. Прямую трансляцию смотрите на телеканале «Аист». Начало в 18:30. Не пропустите. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. И я напоминаю, что вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте istv.ru и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а у меня на этом все новости пятницы. Берегите себя и хороших вам выходных.